на самом деле слишком много аспектов. То есть вообще не могу так ответить, потому что в каких-то аспектах жена полностью главная, в каких-то полностью я, в каких-то совещаемся, и можно сказать 50 на 50. Я бы сказал, что в сумме, наверное, 50 на 50. Тяжело. Она лучше точно знает грамматику и, допустим, времена, потому что она училась в университете на журналиста, как раз на французском языке. Но мне кажется, что в разговорном, возможно, даже ей лучше. Поиграть в PlayStation – это хорошая обязанность. Да. Вот любимая обязанность по дому. Лучше всего себя чувствуешь как раз, когда приезжаешь домой в Монако после серии там каких-нибудь американских турниров, где ты месяц подряд ел только в ресторанах, только на кортах одну и ту же еду полезную. И тут жена готовит дома. Можно даже, пока она готовит, отдохнуть, там посидеть, полежать, посмотреть, как она готовит. И вот это, на самом деле, лучшие моменты. Отказываюсь отвечать от слишком провокационно.